Мне очень нравится одно из высказываний, которое, то есть, именно исходит от нашего пророка, салям, о том, там, где он говорит о том, что он пришел улучшить нравы людей. Нрав. Принести, то есть, людям благо нравие. А мусульманин, то есть, именно покорный, поклоняясь, то есть, именно Аллаху, должен соблюдать, то есть, ряд предписаний, да, то есть, именно засвидетельствовать веру, то есть, соблюдать намаз, оплачивать закат, стремиться к хаджу. Но при этом очень много говорится о том, какая должна быть внутренняя составляющая верующего. А внутренняя составляющая, она должна подразумевать искренность, стремление к покаянию, то есть отбросить свои грехи, отбросить свои прегрешения и стремиться становиться лучше и лучше изо дня в день ради именно довольства Всевышнего. То есть стремление к довольству Всевышнего является базовой, то есть мотивацией каждого верующего. То есть изучить Коран не ради того, чтобы тебя посчитали крутым хафизом, да, то есть читать намаз не ради того, чтобы тебя считали, о, какой богобоязнен, да, а ради того, чтобы Господь был тобой доволен. То есть это первичная, основная мотивация каждого верующего мусульманина.